Здравствуйте, меня зовут Линя Смарагдова, и я художница из лабиринтов Транзакш. Я хотела бы вам рассказать, что это. Лабиринты – это право выбора. С каждым шагом вы делаете выбор в ту или иную сторону, но он всегда остается только за вами, и обратного пути нет. Мы с вами сегодня прошлись, посмотрели на спящую красавицу, на кукол, на живых, на игрушечных. Мы с вами посетили все уголки потаенной души. И я хочу, чтобы вы остались с нами.